Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня у нас с вами обзор полочек из магазина Светофор. Как всегда, я постаралась снять вам побольше товаров, показать новиночки. Ну и давайте не будем тянуть и скорее смотреть, что же я для вас отсняла. Мы с вами, как ни странно, с мужских трусов. Представлены они с 48 по 54 размер. Стоят 58 рублей. Состав 100% хлопок. И изготовлены они в Узбекистане. Расцветки достаточно неплохие. Есть вот такие трусы светло-серого цвета. И есть вот такая интересная расцветочка. Более, скажем так, пестренькие. А вот эти плавки уже производства Китай. Они отличаются совершенно по качеству. Они и меньше по размеру, и сидеть будут, скорее всего, в облипку. Носки детские, теплые, три пары в упаковке, стоят всего 84 рубля. Посмотрите, какие милые носочки. Также представлены в разных размерах. Достаточно они теплые. Посмотрите, есть черненькие такие. Очень классные, выгодные и приятные на ощупь. Вот эти носочки уже идут большего размера. И вот еще маленькие малышки с танками. Носки женские. Три пары в упаковке, 84 рубля. Вот такие они черные. Больше, честно говоря, похожи они на мужские. Это термоноски согревающие из шерсти верблюда. Состав шерсти верблюда 40%. Есть еще вот такие термоноски бордового цвета. Также это женские. Шерсть верблюда тут уже 80% идет. Полиамид 15%. И давайте пробежимся с вами по продуктам. Продукт плавленный сыром 34,90. Фирма «Закон бутерброда». Сырный продукт называется «Фиеста» для салата. Это типа, наверное, фитаксы. Ну, камера, давай же моя, фокусируйся, совершенно не хочет вам показывать состав. Есть вот такой плавленый продукт, сливочный, типа плавленного сыра. Деликатесный продукт в рассоле, это у нас сыр фета. Также прекрасно подойдет для приготовления греческих салатов. Приправа для курицы стоит 34,90. Состав очень хороший, очень много там пряностей, красный перец, и куркума, и сельдерей, горчица. И за такой большой объем цена, конечно, в принципе, даром. Можно купить такую приправу. Соусы мистер Рико представлены также в разных вариантах. Чесночный соус. Также скажу, что очень выгодная цена. Грибной соус идет с кусочками грибами. И также еще был сырный соус, который представлен с ароматами нескольких видов сыров. Также интересная приправа, это приправа для запекания мяса. В наборе также идет пакетик для запекания. Один вот этот пакет приправы рассчитан на 1 килограмм мяса.
Очень классная приправа, бульон Маги, стоит всего лишь 16 рублей. Домашний бульон с курицей, тоже очень хорошая вещь. Раньше покупала, сейчас как-то больше перешла на приправу Ролтон. Далее шампунь Dream Nature с дозатором, 70 рублей. Также я вам показывала, кажется, в предыдущих обзорах, но еще вам покажу. Это шампунь 2 в 1 с маслом органы и с миндалем. Большая упаковка, выгодная цена, формат для всей семьи и также подходит для всех типов волос. И есть еще вот такой шампунь, он идет мицеллярный и серия называется «Идеальные волосы». Также объем 800 мл. И вот можете посмотреть, сколько много завезли такого шампуня. И есть еще черный шампунь, также он идет для всех типов волос. Жидкое крем-мыло в ассортименте, 36 рублей. Все вы его прекрасно знаете, фирма Dream Nature. Ароматы идут молоко и мед. Также есть клубника со сливками и завезли еще персик. Майка нательная мужская, стоит 75 рублей, хорошие маечки, белые. Состав 100% хлопок. Такая майка должна быть в ассортименте и в гардеробе у каждого мужчины. И вот такие вот детские брючки, представленные в различных расцветках. Видите, сколько много разных. Хороший состав, 100% хлопок на манжете. Такие брючки покупала я и дочке своей. Носит, бегает дома в них. Классные брючки. Также их прекрасно можно надевать и на улицу в песочнице играться. Стоит всего лишь 186 рублей. И еще раз вам покажу целое скопище сапог. Есть и мужские сапоги, и женские, и детские. Меня просили еще раз их показать. Вот, посмотрите поближе. Подобные детские сапожки я также покупала в Светофоре, только красные. И в обзорах покупок вам показывала их. Сапожки классные. Мы отбегали в них весь ноябрь. И ничего, ножки не мерзли, и сапоги вели себя достаточно хорошо. Завезли очень много кормов, корм для кошек, мясной ассорти в жестяной банке. Также очень много в пакетиках, в паучах по 9 рублей с различными вкусами. Так что вы для своей киски точно найдете подходящий корм. Напиток из сухофруктов Узвар, 73 рубля. Рис 38 рублей, длиннозерный, хлопья 7 злаков, 20 рублей за 400 грамм. Вот так они выглядят. Соломка картофельная стоит 37 рублей. Чипсы, луковые кольца, фасованные в пакетах. Картофельное пюре Big Lunch стоит 41 рубль в пластиковой упаковке. Крупа манная 700 грамм, 17 рублей, самая выгодная дешевая цена в городе. Рис круглозерный. 35 рублей. 34, извиняюсь, за 800 грамм. Рис круглозерный, Увелка в пакетиках. Очень классный, брала его такой. Правда, покупала в Пятерочке. Тут он стоит 45,90. Макароны фирмы Паста. Тоже очень дешевые. Стоит всего лишь 19 рублей.
Гречка для варки в пакетиках 35 рублей. Алтайская. Макаронные изделия группы А 36 рублей. Беру постоянно такие макарошки. Хорошего качества, не развариваются. Горох колотый 17 рублей. Лечо в томатной заливке, точнее перец в томатной заливке, выглядит очень хорошо, съедобно, аппетитно. Огурцы 48,50, огурчики все ровные, рассол прозрачный, не мутный. Томатная паста 49 рублей за 500 грамм. Оливки и маслины фирмы Тапио 47 рублей. Горошек зеленый микадо очень мне понравился, 38,50. Советую вам этот горошек, очень он нежный и приятный на вкус. Ну вот и все на сегодня. Ну как, вам понравилось? Надеюсь, что да. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Мне это будет очень приятно. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, давайте дружить. Спасибо вам за внимание и пока-пока.